Полковник солдатов слушает. Да, здравия желаю, товарищ генерал. Да. Танк? Конечно, есть. Мы же танковая дивизия. У нас этих танков, как у дурака фантиков. Нет, Т-34 нет. Т-72 есть, Т-80, Т-90. Т-34 нужен? Не, ну попробую. А что еще? Так, записываю. Ага. Так, день рождения у супруги. Понял. Поздравляю, да. Так, вы с женой выходите из самолета. К вам подъезжает танк Т-34. Ага. Вы говорите фразу: тебе, Тамара, 34, как танку Т-34. А я понял, почему Т-34. А я, дурак, хотел вам Т-72 предложить. Извините. Так, дальше, да, на танк на парашюте спускается Стас Михайлов. Не, ну попробуем, чего нет. Да, и поет «Все для тебя». Ну, что ему еще петь-то, да? Понял. Понял? Да понял. Да. В это время из дула танка вылезают розы. Да обеспечим, ну, товарищ, обеспечим, сделаем. День рождения супруги, святое, да. Хотел сроки уточнить. А какого числа все планируется? Через 10 минут. Слушаюсь. Опаньки. Опа, пулечки. Так. Алло, Челябинский тракторный. Полковник солдатов. У вас в музее есть танк Т-34? Да. Просто так не даете? Понял, перезвоню. Алло. Гена. Полковник солдатов, да. А ты же на Челябинском тракторе работаешь. А кто ты там? Конькобежец? Денег много платят тебе? Можешь танком взять? Так, что я тебе? Перезвоню. Хорошо. А, так. Алло, Челябинский тракторный. Снова солдатов. Да. Потом. Дайте зарплату конькобежцу Гене танком Т-34. У вас музей стоит. Я вам за эту экскурсию в этот музей отправлю. Договорились. Танк на ходу этот? Нет? Ладно, хорошо, спасибо. Ага. Так. Алло, АвтоВАЗ? Да, это же вы заставляете двигаться то, что изначально не может двигаться. Подождите, скажите, у вас есть представитель в Челябинске? Макарыч? Позовите к телефону его, да. Алло, Макарыч? Да, а можешь танк музейный завести? Я тебе что? Перезвоню. Алло, Гена? Да, снова солдатов, да, который танк. Хочешь в тренеры человека, который заставляет двигаться то, что не может двигаться? Ну ты же конькобежец. Ну, договорились? Все, давай. Алло, давай, пока. Алло, Макарыч! На зимнюю Олимпиаду в Сочи в составе сборной поедешь? По конькобежному. Да, все, заметано, да. Выходи, давай. Заводи музейный танк. Это дуй в аэропорт. Ага, давай. А, так. Алло, Стас Михайлов? Полковник солдатов. Да, тут... 8 концертов в Кремле, хотите? Понял, перезвоню. Алло, Кремль? Да, полковник солдатов. Хотите 8 концертов Стаса Михайлова? 9 хотите? Тогда с вас 2 билета на Стаса Михайлова. Да, договорились, все. Алло, Стас, будет 9 концертов в Кремле. Да, но за это вам надо будет спеть для жены генерала «Все для тебя», спускаясь на танк на парашюте. Договорились, все. Поднимайтесь на небоскреб Москва-Сити, на вертолетную площадку вас сейчас заберут. Ага, все, ага. Алло, вертолетный отряд, полковник солдатов. Хотите 2 билета на Стаса Михайлова? Конечно, да. Но за это вам надо будет поднять Стаса на 1,5 километра над Москва-Сити, да, и ждать указаний, да. Все, перезвоню, хорошо. Алло, отряд истребителей «Стрижи».
полковник солдатов, да. Хотите поржать? Да нет, не анекдот. Нет. Пролетите сейчас над Москва-Сити на бреющем с открытой кабиной. Так, через 10 секунд будете? Все, отлично, хорошо, ага. Алло, вертолетный отряд, полковник Солдатова. Бросай Михайлова. Да, бросай, говорю, все, давай. Алло, Стрижи, ну как? А, узнал кто это? Да, Стас Михайлов. Как седой. Ладно, слушай, скинь его с парашютом на Челябинском. Через 2 минуты там будешь. Все, я перезвоню. Алло, да, Челябинский пейнтбольный клуб. Через 2 минуты в районе аэропорта будет спускаться седой парашютист. Надо ему в голову попасть шариком с краской для волос. Да, нет, в затылок, да. А мы за это, в музей за это всем клубом пойдете. Все, договорились. Ой, остались розы, самое сложное. Алло, фан-клуб Стаса Михайлова. У вас есть человек с тонкой 6-метровой рукой? Да, не кладите труп. Да подождите, не надо труп. Да это ради Стаса. А, уже есть, ну вот. Да не надо двух. Ну скажите, что опоздал. Да. Короче, этот человек должен залезть в танк, и когда услышит песню «Все для тебя», он должен подарить цветы Михайлову через дуло. Да, в районе аэропорта. Через минуту, да. Да какая вечность, минута пролетит, не заметите. Ну. Все, договорились. Ой. Надо было сразу этим звонить, эти бы и танк достали.